22.05.01.06.2018, обновлено, 13.18 1 июня 2018 года 39611 Москва, 1 июнь, РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин во время прямолинии 7 июня будет держать связь с губернаторами и членами правительства в режиме видеоконференции для ответа на жалобы и обращения граждан. Ранее в пресс-службах руководители регионов сообщили РИА Новости, что в этом году прямая линия с Путиным пройдет в новом формате, с использованием конференц-связи. Главы регионов готовы к возможным звонкам главы государства, губернаторы будут находиться на рабочем месте. «Частично я могу это подтвердить, действительно», — сказал Песков, отвечая журналистам на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что у президента всегда есть возможность поддерживать связь с членами правительства и с руководителями регионов. «Такая возможность будет у него и на этот раз», — добавил пресс-секретарь президента.